Коммунальщики Мирного осваивают новую технику. Автопарк пополнила подметательно-уборочная машина «Чистодор». Техника обошлась в 6 миллионов рублей. Приобрели ее за счет городского бюджета. «Чистодор» уже отправился убирать дороги города. По словам коммунальщиков, на очистку проезжей части всей алмазной столицы уходит всего 2 дня. Техника не требует высокой квалификации обслуживающего персонала, проста и надежна в эксплуатации. В начале текущего года была приобретена прицепная техника, которая независимо работает от самосвала, как вы видите, да, так называемый «Чистодор», предназначена для уборки в летний период улиц от пыли и грязи. Первое применение мы начали, как только прошла оттайка наших дорог.